Привет, ребятки. 100 лет студии. У нас тут мероприятие наметилось. Куда мы собираемся? Поход! Ну, не в поход, а так чисто пойти с палатками где-то на ночь. Надо посмотреть, как оно. Может, Алиска у нас станет туристкой. Я думаю, мама ей очень понравится. Она должна стать просто Робинзоном Крузо в будущем. Не, я стану Робинзоном Крузо. Вот мы, ребятки, и прибыли на безлюдный остров, где мы собираемся пожить немножко дикаря. Красивая скала. Да, есть красивая скала. Есть немножко людей. Да, мы идем к скале Дуба Слоня. Это наша палатка. Это называется Дуба Слона. Та-дам! Сюда можно приходить охлаждаться. Какая-то красотища. Ну не супер-мега красиво, но очень неплохо. Надо обойти. Сейчас обойдем. Сейчас обойдем. Да? Да, давай. Time is coming, it's coming soon. I feel it in my bones, I feel it in my shoes. I was lost, but now I'm found. And all my troubles turning around. Oh, I feel I'm getting so close to you. Heaven's holding my hand, and I'm ready to break on through. So I'm tearing down the walls inside, letting go of all my pride. Make a home for the light. Мои занимаются маршмелло. Впервые в жизни. Костер. Палатки. Очень много палаток. Маршмелло. Только не пережарь, мама. Как? Волшебная краса. Дай нам потом. Идеально. Кура. Мама, идеально. А сегодня ты будешь платить? Ну ладно. И, между прочим, мы пожарили сосисочки. Очень вкусно, правда, мало поели, но и пивасик, кранпёртвин. Но людей... Да. И свадьба еще. И свадьба еще, да. Heaven.